Не Каны, конечно, но на тепло рассчитывать можно. Дух огня решили перенести на лето. Решение было непростое, но в нынешних обстоятельствах, когда не только есть опасность серьезно заболеть, но и невозможно передвигаться по миру, это было необходимо. Так в марте фестиваль мог вообще остаться без иностранных гостей и участников. Организаторы решили учесть опыт зарубежных коллег. Крупнейший Каннский кинофестиваль тоже перенесли. Французы оптимистично перенесли свой киносмотр на июль. Возвращаясь к «Духу огня», организаторы рассчитывают, что дополнительное время поможет привлечь на конкурс больше интересных фильмов. Фестиваль пройдет в августе. Торжественные церемонии открытия и закрытия «Духа огня» намечены на 20 и 23 августа соответственно. К этой дате мы рассчитываем на то, что возможность приглашения иностранцев у нас уже откроется. Кстати говоря, определенные сигналы к этому уже имеются. Я имею в виду заседание вчера Федерального оперативного штаба. Поэтому оптимизм у нас в этой части есть, что мы сможем провести в очно-заочной форме в конце августа. В этой связи мы откорректировать готовы будем сценарную часть и так далее. Но в целом это вопрос о переносе сроков проведения кинофестиваля, не растягивая его во времени.